Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare. С вами снова Joy, у нас уже несколько дней не было никаких неприятностей. Тем не менее, наше богатство уже достигло почти 35 тысяч и... у меня неспокойно на душе. А еще Невис занимается какой-то херней, я хочу, чтобы она покушала и... У нас опять нет древесины! Как мы быстро ее расходуем, офигеть. Тут есть созревшая? Один... О, здесь куча древесины. Ребята. Древорубы, пожалуйста. Пожалуйста, займитесь. Пока Невис отдыхает и социально расслабляется. А первое... укрепленные сооружения делает. О, у нас, кстати... еще есть прикольные... статуэтки, которые мы можем установить. Так, Невис. Да, переноси малые скульптуры, потом выруби здесь. Мы расширим здесь чуть-чуть комнату. Что ты делаешь? Выровни вот эту область. Мы сделаем себе прям хорошие условия. Ты молодец. Пока ребята добывают дерево. Нам некуда спешить. Так, что там по квесту? Флул, верховный советник фракции Содружества Верлиум, говорит, что ее друга ранили, пока тот был в пути. Жертва подопытной 17 лет. Она заверяет, что если вы сможете добраться до Франческо и оказать ему помощь, то он присоединится к вам. Говорит, что там может быть неизвестная угроза. Ему 17 лет, значит, у него нет второй истории, а значит, он либо чего-то теряет в скиллах, и... это нас не очень интересует. И 17 лет, ну не. Спасибо. Супер, молодец. Очень тут красиво будет у всех у вас, ребят. Просто офигенные спальни будут. Здесь все ровненько. Здесь нужно будет пол сделать для Перы, чтобы ему легче было заниматься исследованиями. Можно сделать ему очень симпатичную комнату. Так, чего хочу? Мне нужно, чтобы Невис сейчас покушала. А потом пошла и все-таки добыла ресурсы. Молодец. Иди забери эти залежи. Слушай, самое интересное, что я больше действительно на карте не вижу залежи. Они, наверное, где-то внутри скрыты, потому что карту я не перероливал. И... то есть там фишка в том, что вот этот мод с переролом карты, ты можешь менять расположение различных элементов на карте. Вот, кстати, да. Но после каждого перерола богатых ресурсов полезных на карте все меньше становится. Но я не перероливал, и ресурсов должно быть, в принципе, достаточно. Блин, 3 штучки всего. Ну, на один хотя бы хватает. Хотя бы на один. Невис, сделай, пожалуйста, для Перы кондей. Я бы хотел, чтобы он адекватно работал. И Невис пошла спать. А кто у нас еще может покопаться, в принципе? Подземник, вот. Но это... может привести к потере ресурсов. Не, пускай уж Невис проснется и сделает. Вот этот склад будет с обычным приоритетом. Вот этот будет с повышенным, да. Чтобы сперва они сюда закладывали блоки. Потому что иначе получается какая-то шляпа.
Легкая боль. У нее теперь постоянно будет боль из-за правого глаза. Мы можем удалить правый глаз. По зрению это и так сильно ударило. А потом мы сможем со временем бионически установить. Но только ее придется тогда снять с охоты, потому что, ну... Такой себе охотник с одним глазом. Согласны? Узнали? Я забыл еще сохраниться после прошлого эпизода. Давайте это сделаем, потому что прошлое сохранение было 2 часа назад. Скорее бы амбразуры были выучены, потому что вот это, конечно, это просто отврат. Не рекомендую этот мод. Не знаю, может быть, мне не повезло с текстурами, может, они типа для 1.10 были четкими. Но сейчас они выглядят ужасно, согласитесь. Сколько у тебя по растеневодству? До 8 еще достаточно долго, да? Ну ладно. Спасибо, Дана. Переставить сюда. Переставить сюда. Переставить сюда. И здесь откроется дорожка, а верхний мост мы можем снимать. И вот эту дверь тоже можно разобрать. Имперский сборщик податей. Приближается имперский сборщик податей с караваном из фракции Оранжевый Империум. Он принимает золото и пленных в обмен на милость короны за соблюдение традиций и поддержку сюзеренов. Сборщик податей будет приходить примерно дважды в год при условии, что вы не враждуете с фракцией Оранжевый Империум. Они пробудут в поселении какое-то время, прежде чем двинуться дальше. Вы можете атаковать их, но это разозлит фракцию. Мы можем дать им немного золота. В принципе. Что у нас... У нас золото присутствует. Задание доступно. Боевые действия из-за денег. Верховный советник Флул Эккарт, лидер фракции Содружества Верлиум, просит вас спасти один из ее караванов. Караван атакован недалеко от Хребеттауна, на него напали две группы аборигенов из фракции Дуэве Лавего. Хочет, чтобы вы отвлекли сигналом вражеских аборигенов от каравана на себя. Первая группа аборигенов состоит из одного вождя, 4 воинов, изгоя, 3 лучников, 2 охотников, 5 тяжелых лучников. Ёпт. Вообще, они нападут сразу? Пока у нас здесь эти тусят, черти, они в очень крутой броне, они могут нам помочь. Broad Shield Pack. Bullet Shield, Projector. А, крутая штука, крутая штука. Также нейротренер ремесла и нейротренер искусства. Мы можем нейротренер искусства впихнуть Дани, и она будет фигачить просто безумные, безумные вещи, и это будет очень сильно поднимать настроение наших поселенцев. Также мы можем в ремесло сунуть кому-нибудь типа Ру, и он будет фигачить оружие нам наперед. Я думаю, искусство клевая вещь. Капсулы прибыли... А, нам будут помогать элитные наемники еще к тому же. Тогда все может пройти интереснее. Смотри, да, 4 человека. А чем они заряжены? Дробовик. 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 Подожди. У них у всех дробовики или... А, они еще не приземлились. Так, Невис, мне нужно, чтобы ты... дала золото. Сколько? Я не знаю. 13 штук дадим, хватит? Биокодированный легкий ручной пулемет. Автоматический дробовик. Этот с пистолетом. И с автоматическим дробовиком.
У этого топор и пулемет. Они умеют что-нибудь строить там? Пусть помогут тогда, раз уж они здесь тусят. Ну, рейд большой на нас нападет так-то. Пусть перенесут ресурсы, типа, камон. А когда они нападут? Аборигены будут через 3 дня, я понял. Ладно, надо ребятам места какие-нибудь организовать. Вот эта комната крутая. Это, наверное, лучшее место, что мы можем им заделать. А ткань? 87%. Давайте подождем ткань и сделаем им из хлопчатника, наверное. Я думал, быстрее растет. Не, медленно, очень медленно растет. При том, что скорость роста 200% из-за грядок. Новость о войне. Содружество Верлиум и партия бандитов теперь стали врагами. Я им отдал золото, пусть уходят. Или, ну они ж 3 дня здесь не протусят, не протусят. Они, короче, разберутся. Будет очень красивый барак там. Впечатление отличное, почти богатое. Единственное, что они будут спать на полу, ну... Такова судьба у братков. Я бы тоже очень сильно грустил по этому поводу, но... А мы здесь сделаем еще один проход. Пока здесь не построен этот киллбокс, я думаю, можно отделиться таким образом. Ну, нормально. Ну, поддержим их у себя несколько дней, ничего страшного. Но было бы круто гостевую комнату заделать, чтобы они там тусили. Конечно же. А можно сделать? У нас же полно гранитных блоков. Мы можем начать здесь отстраивать... Ну, типа, сделаем пока гостевой комнаты, гостевой барак. Можно будет использовать как тюремную комнату. К этой рядом, наверное, нельзя, да, прикасать? Не-не, вроде можно. Не, я забыл, что нам надо ставить этот геотермальную энергию. А, где она? Где энергия? Подожди, где энергия? Я не вижу. Вот энергия. Водяной генератор. Мост надо убирать. И вот здесь тогда можно его установить. Все, я понял, сейчас мост уберем. И придумаем как-нибудь там в стороне его пустим. Вообще пофигу. Главное, чтобы... Энергия поперла. Я даже не хочу смотреть, что эти ребята умеют делать. Потому что, ну это на 3 дня. Я уверен, что они крутые по-своему... Этот не очень. Оптимист, обжора, сова. Трансгуманист, неплохой... Бля, они с ужасными статами. Только один неплохой, но он нудист. А и он одет. И значит, поэтому он плохо себя чувствует. Неплохой медик. Скилловый медик. И он неплох в умственном труде.
Я бы здесь поставил еще один стол для исследований. И он бы 2 дня там поизучал. Да, кстати, неплохая идея. Давайте поставим здесь еще один стол. Это кто? Это Авоч. Пусть тоже изучает. Все будут пожарными. Пациентами. Этот будет врачом. Он хороший врач еще к тому же. Носильщик плюс. Да, пусть таскают нам всякий мусор. Добивают зверей, перезаряжают ловушки, перезаполняют всякое разное. Надзором этот может заниматься. У этого готовка 11, пусть готовит. Они могут немного поохотиться, вот этот вроде неплохо стреляет. Вот это тоже 9,5 в плане охоты. Они хреновые строители все. Значит, они не будут строить. Но они могут подобывать нам дерево чуть-чуть. А? Почему нет? Не, художествами они не будут заниматься. Это не очень удобно. Кремацией, загрузкой могут заниматься. Доставкой. Переноской. Уборкой. Кроме вот этого. Этот пусть учеными всякими вещами занимается. Так, все, мост убран. Надо посмотреть, теперь можно ли водяной генератор здесь установить. Да, вот он здесь может быть установлен. Насколько это эффективно? Посмотрим. Сколько там надо? 280 древесины, 8 стали, 3 компонента. У нас нет ни стали, ни компонентов. Ха-ха! Невис, мне нужно, чтобы ты добыла вот эти компоненты. Далековато, конечно, но все же. Так, и режим дня. Развлекайтесь. Оранжевый империум уходит. Лады. Охотьтесь на зайцев, на белок, на крыс, на зайчих, индюшек, черепах, коз. Волчиц не трогайте, на альпак, на ослов. Да. Давай, Невис, 2 штуки. Ибой, давай еще. Егерл, в смысле. Осел мстит. Отлично. Спасибо, ребят. Нет! Нет, я тебе говорю. Перенеси компоненты, потом ешь дома. Не надо жрать на улице.
И у нас здесь есть... О, у нас, кстати, кожи есть немного. Хм. Три компонента надо. Невис проснется, займется. Пока нормально. Мне надо будет здесь прогнать водяную линию. Должно быть, типа, нормально же, да? Наверное. А, потестим. Потестим. Интересно, сколько он вырабатывает? А, вообще хз. Вообще хз. У нас нет какого-нибудь оружия поинтереснее, чтобы... Чтобы Дана гоняла не с пистолетом, а с чем-нибудь посерьезнее. Дану можно, кстати, сейчас убрать с охоты. Все, Дана пусть не охотятся, эти сейчас проснутся, ребята, и пусть развлекаются. Они профессиональные все-таки наемники там. Ну, у них, по крайней мере, оружие там поинтереснее, а значит, и стрельба будет почетче. Двух камушков не хватает, вы бесите. Сюда могут и сюда могут вставать противники и стрелять из-за укрытия. Вы что, не понимаете, как это работает? О, ткань выросла. Аллигатор, что делаешь? Отдыхает? Ну, собирай тогда хлопчатник. Нет, давай ты соберешь сперва хлоп... Стерва! Я не успел ее направить на задание. Будет отдыхать, ладно. А что, вы охотитесь? Что делаете? Так, а давай ты не будешь охотиться? Ты пойдешь учеными всякими делами заниматься. И это будет прям круто. Прям очень здорово. Так, что у нас по ресурсам? Гранит, песчаник. Известняка чуть-чуть есть. Я бы здесь укрепил бы стену чуть-чуть. Хотя бы с этой стороны. Невис. Нам нужна сталь. О, здесь еще осталось. Невис, вперед. А у кого нет... Подожди, почему у тебя нет оружия? У тебя лежит оружие в грузе. Все. Теперь все серьезно. Ваза, кстати, из урны из стали. Ух. А ты умеешь? А ты можешь? Мы назначим тебя на деконстракт. Разбирай. Кто ты? Ниру. Деконстракт. Спасибо. Сколько еще надо? 80 стали. Не, ну, нормалек. Невис сейчас добудет еще и более чем. Даже запасом будет. О, господи. Вот это стрельба. Вот это да. Вот это наемники. А, у него единицы стрельбы, но зато у него мега-пулемет. Яйкс.
Забей, переноси сталь. И ты забей, у тебя не очень-то получается, переноси сталь. Хоть какая-то ж польза от тебя должна быть. Давай. Опа. Тысяча 100 ватт. 500 ватт на минималке. Ну, допустим. Невис, пока не ушла спать. Это то, что надо сделать. Обязательно. 100%. Супер. 1100 ватт всегда. Нормально. Можно еще одну батарейку тогда поставить. Она очень быстро должна джусом наполниться. Приближается караван из фракции Содружества Леопарда. Еще поторгуем. О, они как раз вовремя. Сейчас же по заданию. Да, сколько? Принято 2 дня назад. Сегодня рейд должен быть. А они как раз попадут под него. Черт, ребят, я сочувствую. Так, вы можете срочно перенести ткань. И произвести спальные мешки. Вместо лежачих этих мест. Невис, что делаешь? Иди поторгуй. Ага, что они готовы купить? Малую скульптуру из дерева? Да забирайте. Мы сделаем еще. Ягоды, рис, кукуруза, мясо. Можете забрать комбикорм. Я не буду брать лекарственные травы, у нас их дофига. Шкура верблюда. Кожа птицы. Продадим, ладно. Ну, продадим всю, у нас лоскутный больше, видим. Я забыл убрать задание с паузы и... Все превратилось в лоскутную кожу. Наверное, все. Так, все, Невис отдыхает. Здесь нужно выровнять пол. А кто-нибудь из вас умеет вообще что-нибудь? Типа строительство? Во. Уильям. Отлично. Может еще сделать пару скульптур? Она и сделает. Окей, окей. Давайте, рейд, пока у меня здесь торговцы тусят. Это ж лучшее, что можно себе представить. Здесь можно, кстати, еще расшириться и вообще еще один поставить так. Еще один в эту сторону поставить. Да? А, ну у них территории так будут соприкасаться. Вот, вот так надо ставить еще один. Ну, в принципе, ок. Да. Вот так можно еще один поставить. И два будут вырабатывать. Там 2 кеса, 2 200. Для небольшого поселения это прям норм. Невис, что делаешь? Заодно сейчас эти сопротивленцы, дальний бой себе прокачают. Хоть какая-то польза от этих придурков будет. Так, лоскутную кожу на паузу. Штаны сейчас на паузу. Ремонтировать нам ничего не надо. Делают блоки бесконечно. А может быть,
может быть, не бесконечно, может быть, повторять до... до 350, например, разных блоков. У нас куча еды теперь. Ну, ветряки, конечно, даже на среднем вырабатывают значительно больше. Но здесь у тебя стабильный 1100 всегда. Они не утекут, не убегут никуда, они будут 1100 всегда. И, ну, это, конечно, норм. Так, что можем еще сделать? Ну-ка. Производство. Я хочу здесь сделать медицинскую комнату какую-нибудь. Честно. Но стоит ли сейчас с этим заморачиваться? И у нас останутся спальные мешки. Хорошие, хорошие, отличные. Хорошие, нормальные. Сойдет. А, Невис, можно тебя попросить засеивать эту область? Потому что ты можешь сажать пока лечебный корень. Спасибо. Куда ты пошел? Зачем ты охотишься? Пера. Я случайно назначил тебя на охоту. В приоритет, на самом деле. Ты должен заниматься этим... технологиями. Конквест, не. Риск легкого нервного срыва? Почему? У кого еще? Ну ладно, хватит охотиться тогда, отдыхайте, чего. У нас еды более чем достаточно. 1200. С учетом риса, мяса и прочей фигни. Шкардос. До тридцатки поднимем. Агрессивные животные. Охренеть. О, а чё так много? Лады, я понял. Так, режим. Домашняя область. Музыка прям вообще в тему пришла. Так, Невис. Сюда. Ты сюда. Сюда. Я думаю, вас четверых должно быть достаточно. Там просто куча крыс. А вы где-нибудь здесь встанете, да. Типа Уильям куда-нибудь сюда. Нири здесь. А ты где-нибудь здесь, если они все-таки выйдут, и... нормально. О, 18 крыс. Черт. Ой, и налет. У них луки и ближнее оружие, но их 16 человек. О, интересно, они забыкуют сейчас с крысами? А, крысы уже здесь. 16 человек, охренеть. Мы можем отправить в авангард наших четырех новых бойцов. Вау, вот это уровень стрельбы.
сколько осталось? 7? Оптовый торговец! Ребята. Нам просто нужно задержаться некоторое время. О, они начали ломать камни. Выше, идиоты. Так, а у тебя... У него очень близкое оружие, но его можно все равно вывести сюда. Тебя вывести в коридор. У кого из вас лучший скилл стрельбы? 2, 5. Ты пойдешь в проход. А Керриган где-нибудь здесь пойдет ждать. Они все-таки будут ломать двери? Ты можешь поджидать прямо здесь. Они передумали. Я вот этого боялся, что они будут стоять за камнями и стрелять. Невис. Порез ноги. Сильный. Оттянись чуть-чуть. Вильям. Чего у тебя по стрельбе? Ну-ка. 3, 2, 5. У тебя лучше по стрельбе, иди сюда. О, они сломали дверь! Невис, беги. Вы идите сюда. Вас не жалко. Моих поселенцев жалко. Дана ранена. Неопасный порез левой руки. Где мои остальные? Аллигатор внутри, Ру тоже внутри. Никто из них не букует. Так, Дана, молодец. Ты почему переключился на милишное оружие? А, он уронил. Ну, ладно. Ближний бой. Все, они отступают. Найс. Ниру 10 часов сильно ранен. О, мы можем в плен взять, ну-ка. 17 часов. 2 огонька в кулинарии. Строительство неплохо. Противный голос, завистливость, эстет еще к тому же. Не самая лучшая подборка. Остальные все сдохли. А, не, вот еще вот этот жив. Подземник-мазохист. Ну, такое себе. Огоньков тоже практически нет. Ручной пулемет. Он биокодированный, но из-за того, что он выпал из рук, мы его теперь можем забрать себе. А эти их всех разобрать надо будет. Так, Невис... Короче, разбредайтесь по комнатам. Сейчас посмотрим, кого надо вылечить. Пера, ты куда бежишь? Все нормально? Еще один. А, там же 2 рейда должно было быть. Вот он, второй. Но там всего 5 человек. Поэтому нам сейчас надо быстро вылечиться. А, Невис... Лечи Дану. Так, а здесь можно так сделать. Кто у нас сейчас жив, здоров?
Да, перенеси, пожалуйста. Я тебя попросил перенести. В смысле потому что я зону не открыл, да? Делай что угодно. Перенеси, пожалуйста. Он не успел. Сука, упертый дебил. Как у тебя по здоровью? У тебя не опасное кровотечение. Удивительно, что они все-таки проходят. Видимо, они... А, все? Капсулы прибыли. И... Вы что, вы меня бросите? Прям в тот момент, когда вы мне больше всего нужны. А ты можешь взять себе? Да. Невис, хватит умирать. Невис вырубили. Вы чё, дебилы? Они даже не защищаются. Они просто... А, не-не-не, все, он начал рубиться. Если он убьет этого, скорее всего, все прекратится. Так, кто у нас второй медик? Медицина 1. Медицина 4. Пожалуйста, лечи. Невис, умоляю, надо Невис спасти. 6 часов. Ну, они там разрулят в проходе, короче, все вопросы. Невис живет. Что у нас еще происходит здесь? Дана норм, пера норм. Ру лечит. Все, они сваливают. Мне интересно, какого, бля, хрена? Они в середине квеста просто развернулись и начали уходить. Так, все с тобой понятно. Кто еще здесь валяется? Труп. Труп. А кому помогать надо? Там было написано, типа, союзник нуждается в помощи. А, Ниру. Стабилизируй. Прям вручную, типа, захилишь, пусть он валит отсюда. Как у Невис дела? Совсем плохо. Сытость на нуле. А можете ее кто-нибудь покормить? Так, а можешь покормить прямо сейчас, а потом продолжить стабилизировать? Спасибо. Левая легкая уничтожена. А у тебя как с левым легким? Все нормально? Хе-хе-хе-хе.
Черт. Ну, походу, придется провести операцию по пересадке легкого. Черт. Нам нужна кровать. Оптовый торговец из фракции. Это очень хорошо, но нам сейчас... А, ну Дана, кстати, может поторговать, наверное. Так, что готовы взять? Забирать пиво. Гоу-сок. Психиновый чай. Шкуру верблюда чуть-чуть забирайте. Все эти шкуры понемножку забирайте. Я возьму у вас десяточку компонентов. Заберите ягоды, у нас полно. Возьмем пятерочку. А, ну возьмем два компонента продвинутых. Пригодятся. Они ж, по-моему, нужны, чтобы сделать продвинутый стол для исследований. Сколько его можно стабилизировать-то, господи? Так. Сколько у нас времени? 7 часов. Не-не-не-не. Да господи. Ру, вся надежда сейчас на тебя. Провести операцию. Строй, моля. Сколько времени? 6 часов. Умоляю, у кого заражение? Да плевать на него вообще. Сделать ее медицинской. Ну что ты? Пусть это будет для... Да ёпт. Какого авоча? Это кто такой авоч вообще? Они уже покинули наше заведение. Процедура. Левая легкая. Левая? Левая легкая. Провести медпроцедуру. Давай. Сколько у нас времени? 4 часа. Не получилось? Давай. Ты ее спасешь, мы попробуем еще. Блин, 2 секунды оставалось. Ру, ну ты пытался. Похорони. Мы можем у Ниру забрать. Левая легкая. У него легкое заражение. Да он стабилизированный, пусть уже валит отсюда. Больше живых не осталось, да? Черт! А, какая досада. Я думал, что мы сейчас получим, на самом деле, легкое. Разрешить все. Не все, все, блять, сейчас все скелеты эти, все трупы.
О, здесь, кстати, куча трупов еще валяется. А, не, не, слушай. Эти трупы валяются ненужные. Трупы человеков надо будет похоронить. И вот здесь тоже срочный перенос. Ру, я очень сочувствую, что тебе приходится этим заниматься в Соляново. Слушай, может, мы у него попробуем тяпнуть все-таки? Извлечь левое легкое. Да почему? Он все равно погибнет. Ру, что ты делаешь? Идешь спать? Полечи этого придурка. И покорми его. Пусть откисает там сколько хочет. Еще 5 мест есть в братской могиле. Нет свободного места. А, извиняюсь. Все. Да почему? В смысле? Там еще 5 мест есть в братской могиле. Вы что гоните? Похоронить. Да, ну нормально тебе в трупачах лежать? Вообще хорошо время проводишь? О, как жаль, что операция провалилась. Мы бы сейчас пересадили Невис и легкое. А теперь Невис с уничтоженным левым легким, блин. Это больно. Это больно. Как у тебя там заражение этого проходит, придурок? 18. 32. Ну, он умрет от заражения. Его надо выпускать отсюда. Он уже может ходить же, да? Сознание, движение 14. Невис, в чем обжорство? Ладно, пусть жрет. Ну, потому что безумно больно, еще левое легкое оттяпали. Конечно, время не очень все так проводят. Я не спорю. Можно Невис назначить какой-нибудь обезбол. У нас есть что-нибудь? Амброзию? О, мы можем ему назначить этот. Пиноксициллин. Ру, как проснешься, мне интересно. Сработает ли? Аллигатор молодец, трупы таскает. О, он уходит. Нет? Вали, ты же умрешь. А это кто такой? А, это же из этих же чуваков. Еще один. Почему за ними не прислали эту ракету обратно? Мы бы, может, их стабилизировали, да отправили на ракете, а там бы их вылечили нормально. А тут какое-то очень странное решение было принято. Ру, ты скоро? У него 1 час остался, он умер. О, страшный рейд. Страшно из-за этих затупков. На самом деле. Они прям деграды. Худшие. Просто идиоты. Каких поискать? Невис, может, ты домой пойдешь? Нормально все это? Так, все, этот сдох.
О, у нас закончилось место в первой братской могиле, 20 трупов. Ну, он умрет, пока ты спать будешь, на самом деле. 38, 53. Ну, кстати, может быть, остановит заражение. Я не уверен, он помогает от заражений? Малярия, сонная болезнь, чума. Это не одно из этих заболеваний. Но по приколу можно дать. Нет, не будешь ему давать? Ладно, сделай могилу тогда еще одну. Да ладно, ты еще яму не можешь выкопать? Да, с двух раз? Отлично, молодец. Риск серьезного нервного срыва у кого? Ничего страшного. Вид трупа. Там еще 5 штук осталось. Я больше скажу, еще здесь миллион валяется. Оу! Огонь это в тему. Они сами сгорят, я надеюсь. Ниру умер. От заражения. Да, он не дойдет до края карты, он погибнет просто по пути. Не надо туда трупы таскать. Придурки. Я говорю, блядь, не надо сюда трупы таскать. Как меня бесят эти дебилы, это просто вообще худше. Потом они туда заходят, о, блядь, там 10 трупов лежит. Иди поешь. Да ты что делаешь? Ты можешь поесть нормально, а не как даун? Ох. Все, это не тюремная, это не медицинская, и ты можешь идти есть. Во. Мы уберем. Да. Спальные мешки отсюда и нормально. Невис идет на поправку. У аллигатора что-то все плохо. А, ну потому что все еще продолжает таскать трупы. Кто умер? А, Нир умер. ГГББ. Бывает. Что, блин, они не сгорели, потому что дождь пошел. Черт. Будут годами там разлагаться теперь. Все-таки заделать здесь отверстие. Да, спасибо. Супер. Лучше поздно, чем никогда. И аллигатор, похорони второго. Все, вопрос с трупами пока решен временно. Здесь куча трупов мышей еще. Но они не так страшны. О, черт возьми, если бы по таймингам было чуть-чуть ровнее, было просто хорошо. Мы бы такое удовольствие от этого рейда испытали. Сильная боль. Блин, Невис, ну извини. Болеть будет.
Легкое у кого-нибудь еще попробуем изъять. Возможно, ты когда вернешь себе скилл хождение, сама добудешь легкое у кого-нибудь. Да плевать на ваши тайники с вещами, у нас тут задание на миллион просто было, кстати. А где награда? А, во. Тренер искусства. Используй и делай просто безумства какие-нибудь. Я верю в тебя, girl. Делай четко. Фух. О, Невис начала двигаться. Движение очень затруднено. Она немного бахнула амброзии. Не, все достаточно. Фу-фу-фу-фу. Можешь перенести компоненты, пожалуйста? А здесь можно, кстати, мост сделать? Я вот сейчас просто смотрю. Что-то ребята ходят как-то неудобно. А, он здесь будет мешаться. Не. А здесь, если сделать, то тут противники будут ходить по этой хрени. Ладно, разберемся. Фух. Чуть потнейшая какая-то серия была, ёпт. Так, риск серьезного нервного срыва. Почему? Чё тебе не нравится? Сильно недоедание. Так иди поешь. Пессимизм, легкая боль, еда на земле. Легкая боль от чего? Правый глаз. Мы можем отнять правый глаз и еще левое легкое. У кого-нибудь из следующих рейдеров. Здесь надо однозначно вот эту штуку расширять. Возможно, ее всю даже сделать из этих блоков. Чтобы они реально не могли здесь нормально передвигаться, прятаться за укрытием. Фух. Невис, как дела? Ты молодец, конечно, что занимаешься этим в комнате аллигатора, который спит. Охренеть. Просто столько трупов. Да, ну что делаешь? Ты крыс таскаешь или угораешь? Что делаешь? О. Фух. Ладно. Я думаю, на этом можно остановиться. Как сильно мы просели? Ну, кстати, мы поднялись до 44 тысяч. Двойной рейд и рейд из 20 крыс еще пережили. Ребята. Огромное спасибо за то, что подключились к сегодняшнему видосу наших приключений в мире RimWorld. С вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. И оставляйте приятные комментарии, это очень сильно мотивирует на создание новых видосов. Большое спасибо. Еще раз, с вами был Джонни, специально для канала JoyWire. Всего хорошего, ребята. Пока-пока.